Госуслуги через интернет. На сегодняшний день более 87% заявителей обратились за получением услуг в электронном виде через единый портал. Воспользоваться сайтом можно при получении услуг в ГИБДД, например, при регистрации транспортных средств. Как отмечает ведомство, это позволит сэкономить время. Главное – правильно подойти к оформлению необходимых документов. Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД оказывает государственные услуги по регистрации транспортных средств, прицепов к ним, а также выдачу водительских удостоверений. Для предоставления данной услуги с собой необходимо иметь паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи, страховой полис ОСАГО, а также оплатить госпошлину. При оказании госуслуги по регистрации транспортного средства проводится ряд административных процедур, согласно административного регламента. Наиболее частые ошибки возникают при составлении договора купли-продажи. Ошибка может быть где-то в ВИНе, где-то неправильно составленный предмет, условия сделки. Далее, очень частая ошибка в ПТСе, есть дата выдачи ПТС и номер ПТСа и кем выдан. Вот обязательным условием при сделке купли-продажи является номер ПТСа и дата его выдачи. Многие забывают написать дату выдачи, либо путают ее с какой-либо другой датой. Это обязательно. Без этих вот обязательных условий и получается документы гражданина отправляются на доработку. Вот. Также подпись прежнего собственника в ПТСе обязательно должна стоять. При составлении договора купли-продажи и оформлении всей сделки это является обязательным условием. Если с документами все в порядке, то следующей административной процедурой является осмотр транспортного средства. Сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела проверяют соответствие транспортно-техническому регламенту Таможенного союза. Наиболее частые ошибки при проведении осмотра транспортного средства – это наличие светопропускаемости стекол, которые не соответствуют 70%. Далее полоса на лобовом стекле, которая более 140 мм, должна быть менее либо равно. Далее трещины в зоне стеклоочистителей со стороны водителей. На это вот наиболее частые такие нарушения, которые при предоставлении машинного осмотра показываются. Договор составляется в свободной форме. В приемной регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД расположены примерные правильные формы для составления договора купли-продажи. Каждый гражданин может сам составить договор, не обращаясь в платные организации. Также для экономии времени и денежных средств ГИБДД рекомендует пользоваться единым порталом госуслуг.